Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com. Сегодня с вами протестируем новый M2 накопитель от компании Transcend, модель PCI SSD 110S. Тестировать будем на примере версии объемом 256 гигабайт. Она уже появилась в российских магазинах. Список предложений и подробные характеристики представлены по ссылке в описании к этому видео. На этот накопитель производитель предлагает 5-летнее гарантийное обслуживание. Согласно официальной информации, эти SSD предназначены для оснащения высокопроизводительных систем, ориентированных на игры, обработку аудио и видеоконтента. Выполнен Transcend 110S Form Factor M2 с интерфейсом PCI-X4, соответствующим стандарту NVMe 1.3. Элементы распаяны на печатной плате зеленого цвета. Габарит составляет 22 на 80. Помимо версии объемом 256, доступны также SSD объемом 128 и 512. Скорость записи и чтения для версии 256 составляет 1800 и 600 соответственно. Старшая модификация объемом 512 может похвастать скоростью 1800 и 1500. Используется 3D TLC NAND память с маркировкой THGDU3B. Определить более точную информацию по ней нам в сети не удалось. Собран объем из 4 чипов. На обратной стороне присутствуют посадочные места по 4 дополнительных чипа, которые задействуются в накопителе объемом 512 ГБ. Интересен Transcend PCI SSD 110S, используемый контроллером. Стоит тут Silicon Motion 2263T. Появился он в начале текущего года. К его особенностям относится отказ от использования отдельной DRAM памяти. Вместо этого используется функция буфера памяти HBM. Устанавливается накопитель на материнскую плату ASRock Fatality X279 с процессором Intel Core i7-7820X. Сейчас вы видите данные, полученные в ходе тестов. Напомню, что по ссылке находится текстовый обзор, там можно посмотреть скриншоты и графики более детально. Подводя итоги, Transcend SSD 110S выступает одним из самых эффективных M2 накопителей с интерфейсом PCIe относительно решений конкурентов в близком ценовом сегменте. При этом производитель предлагает 5-летнюю гарантию, период которой соответствует более дорогим моделям. Накопитель станет отличным выбором под высокопроизводительные сборки. Его смело можно рекомендовать как под системной, так и дополнительной диск-системы. С удовольствием обсудим этот накопитель с вами, ребят. Всем спасибо и пока-пока.